Бойца украинской армии, попавший в плен в городе Углегорске. Представься. Я Киричок Дмитро Анатольевич. Родился 1993 года в городе Нежин Чернівецької області. Сейчас Виталій Николаевич, 91 года, город Чернівец. Вообще, вот, где мы принимали, где ну, пока вернись. Вообще, я давно в розыске. Меня хоть видно было? Да. Чтобы потом показать. Сегодня 29 января 2015 года. Вот такие бойцы украинской армии посылают вот таких детей. Убивать других детей. Что ты можешь сказать? Скажи. Понять и покостить. И отпустить. Ну, передай маме привет. Передай маме привет. Слово, чтобы она дала. Да? Что ты хочешь сказать правительству своему, которое послало тебя убивать? Вот здесь выскажите. Правительство. Они все суки. А командиру своему что ты хочешь сказать, который бросил тебя? Ебался и бросил. Тоже сука. Какое звание у тебя? Солдат. Рядовой? Да. А у тебя? Старший солдат. О. Ефрейтор. Скажи, что там? У вас один командир был? Да. Командир у нас, что комбат, что этот командир поставил. Оба пидорасы. Ну если я просто, я так понял, бабки на этом что-то награбляю, там, квартиры, что-то. Оба горит. Пресс-конференции от них больше решаются. Федерации. Что, пойманы были? Загрешен делом.